Осень – это прекрасное время для семейных посиделок с вкусными, сытными и ароматными пирогами. Согласны? Давайте сегодня приготовим пирог с курицей и картофелем. Очень простой рецепт. К муке отправляем соду, соль, размягченное сливочное масло и перетираем в крошку. Далее отправляем сметану и замешиваем мягкое эластичное тесто. В конце я подпылила стол мукой и тщательно-тщательно его вымесила. Тесто не должно липнуть к рукам. Далее убираем тесто в пакет и в холодильник минут на 30. И пока наше тесто отдыхает, мы приготовим начинку. Филе куриного бедра мелко нарезаем, отправляем к нему мелко нарезанный лук и картофель. Очень рекомендую сварить его до полуготовности. Далее добавляем соль, черный перец, тщательно перемешиваем и достаем наше тесто. Делим его на две части, большую часть сразу раскатываем, это будет основа пирога. Переносим на противень, выкладываем начинку, хорошенечко разравниваем ее и сверху для сочности обязательно положите несколько кусочков сливочного масла. Далее раскатываем верхушку пирога, выкладываем сверху с помощью скалки, это очень удобно. Защипываем края, не обязательно делать это красиво, делайте как получится, пирог все равно будет очень-очень красивый. Делаем отверстие, чтобы выходил пар, смазываем пирог яйцом и убираем в духовку до румяности минут на 35-40. Ну вот, наш пирог готов. Какие ароматы! Обязательно сохраняйте рецепт. Приятного аппетита!